перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Как обычно, здравствуйте, привет. Чао-чао. Здорово. Сейчас побольше людей соберется, начну вещать. Привет всем своим. Я приветствую вас, люди из Германии, люди из России, Латвии, всей Прибалтики, Казахстан, Беларусь, Украина. Что с глазами? Да все в порядке. Ничего не употреблял, если ты к этому. Привет из Запорожья нам даже шлют. Йоу. Вот так вот, это магия Джонни Боевских трансляций. Бешеные цифры. Я, кстати, приветствую вас в своем лофте. Как вам кухня, пацаны? Нормально? Сибирь шлет привет. Клево. Привет со Львова. Привет-привет всем. Привет. Глаза Рили странные. Я не знаю, может, я заболел? Рига не спит. Рига действительно не спит. Рига ебашит. ВВВ просто пушка. Ты шаришь, бро, ты шаришь. Смотрю, все шлют запросы на участие в прямом эфире. Я даже не знаю, ребят. На самом деле, я сегодня ненадолго. Из нового. Что, осталось 2 недели у нас до концертов. Первых. Ну, Рига конкретно, 26 октября. Готовлюсь просто денно и ночно. Репетирую. Делаю все, чтобы порадовать вас крутым перформансом. Слушай, я не курил сегодня. Сразу говорю, я абсолютно трезв. Я не знаю, что у вас за глюки, за лаги. Это мое обычное трезвое состояние. Вот. Так что да, репетирую. Джон, когда новый трек? Я работаю, я работаю. Просто поверь. Будет круто, будет много крутого. Клево, что ты ждешь концерт в Риге. Я тоже жду, не представляешь как. Волнуюсь просто жестко. Уже чувствую этот мандраж. А, точно, я понял, про что, про зрачки. Это какой-то свет тут такой. Я LJ из Риги. Воу. Реально прикольно выглядит. Это, короче, какой-то лаг со светом. Привет из всех городов. Ребят, ну что вы, рассказывайте. Нам понравился прошлый эфир и то, что ты дал нам возможность пообщаться с тобой. Клево. Вы хотите еще пообщаться с кем-то? Я скорее пришел чисто, залетел на пару мин передать всем приветы. Чего с ухом? С ухом все ок. Я смотрю, вы придирчивые сегодня, бля. Можно потрогать твои волосы. Трогай. Винюс Гандри знал. Их почти нет, типа. К
Как жарко будет на концертах, очень жарко, вообще ты не представляешь. Кстати, в телеге все сообщения читаешь? Читаю действительно все сообщения в телеге. Их очень много, но это замечательное занятие с утра, просто с утра залетаешь, короче, и читаешь сообщения из телеги. Там в основном люди, конечно, пишут одно и то же. Реально очень большой процент спрашивает, когда я приеду в их город, там, или просто спрашивают, будут ли старые треки на концертах. Будут, отвечаю в очередной раз. Новые треки тоже в пути. В городах всех будем. Попозже, попозже. Москва, здравствуйте, Чебоксары. Я только что заметил, что у меня просто какая-то невообразимо огромная линия из сердец идет справа. Это, видимо, вы говорите, что вам все нравится. Это клево. Так, отправили запрос на участие в эфире. Давайте парочку человек поприветствуем. Это уже традиция. Мы сидим человека. Dangerous boy. Отклонил приглашение. Бля, реально опасный парень. Если кто-то слышит на бэках женский смех, не обращайте внимания. Так, пробуем нового человека. Сейчас Станислав. Станислав, давай. Я королева хочет. Мы поняли. Слушаю тебя с 2012, это круто. Йоу-йоу-йоу. Слава, как ты? Я понял. Че, Денис, как дела? Да нормально вообще, пацаны. Все четко. Нас тоже охуенно. В тачке сидим, музыку слушаем. Ну, правильную музыку слушаете? Охуенно. Охуенно, да. Бля. Пацаны, носи. Че, в Рязань когда? Че, в Рязань скоро. В Рязань скоро. Ну все, ждем. И да, по-любому. I'm on my way to Рязань. Так что ждите, приглашайте. Все, увидимся, чуваки. Приятно вам посидеть. Надеюсь, вы слушали альбом Джонни Боя сегодня. Клево, давайте. Джонни, ты приедешь в Ставрополь? Окей. Так, ну что? Ищем даму с кричащим ником «Я королева», которая жаждала с нами пообщаться. Куда-то она исчезла. Бум-бум-бум. Нету. Не понял. Ладно, это уже задержка. Так. А, вот, понял. Ну что, мы смотрим на королеву Инстаграда. Какой формат будет у твоего будущего альбома? Формат будет... Честно говоря, не знаю. Я его еще не начинал. Привет! О, сколько эмоций! Привет! А, когда в Псков? Мы тут ради тебя фонарик включаем. Понятно. А, типа, это больше не улица мертвых фонарей, это уже улица с живыми фонарями. Клево. И я рад, что... Были на концерте, это вообще круто было. Клево. Слушай, а почему ты королева? Расскажи нам. Почему я королева? Да, просто королева. Не королева, королева. Всегда называют меня королевой. Да. Блин. Нет, подождите. Блин, я смотрела интервью с Дзюмом, очень круто. Тебе прям мнение поменялось после всех всяких батлов, да. Очень задело. Ты молодец. Балдец. Кам из Латвии, руная. Балдец. Все, спасибо тебе большое. Давай. Давай. Удачи. Ой, так. Что у нас там по времени? 7:36 на рижских часах.
Сейчас в моей голове происходит подсчет времени, которое мне потребуется на то, чтобы добраться до реп-базы, чтобы репетировать для вас грядущие концерты. Давай попиздим, бразик. Давай попиздим, бразик. Кваша, Кваша. Ищем Квашу. Покажи девушку. Так. Бразик, где ты? Блядь, я забыл твой ник. О, Кваша в натуре. Жду концерт в Риге, круто. Привет. Наконец-то. Здорово, Бразик. Знаешь что, в общем, я хочу тебе сказать кое-что. Давай. Не знаю, я, наверное, как и, наверное, тут уже почти 1000 человек, которые смотрят тебя сейчас. Я слушаю тебя, не знаю, с какого года, но, в общем, на протяжении уже долгого времени, когда у тебя было еще 14 тысяч подписчиков ВКонтакте, о, еще до альбома «Холод». И я помню, как вот это время назад, когда я писал тебе «Добавь меня в друзья, пожалуйста». Не знаю, я отправил, наверное, там 200 сообщений, и на 200, и 201 мое ты увидел и добавил меня в друзья. В общем, что я хочу сейчас сказать? Я хочу тебе сказать спасибо большое. Ты реально крутой. Спасибо. И реально, вот когда я посмотрел твое видео, это интервью с Дудем, меня самого просто перезарядило, и такое чувство, как будто бы я нашел немножко самого себя в тебе, потому что я тоже сейчас нахожусь за границей, и тоже как бы да. Не очень все легко складывается. Где находишься? Что я хочу тебе сказать? Не знаю, ты реально крутой. Спасибо, бро. В общем, ты красавчик. Спасибо. Иди только вперед, и у тебя обязательно все получится. Круто, буду стараться. В общем, мы с тобой. Пиз. Хорошего тебе да. вечера. И спасибо большое, что ответил. Да, не за что. Спасибо Удачи. Большое. Вот такие у нас позитивные люди, слушатели. Клево. Привет, рада, что ты проводишь эфиры. Я тоже рад, на самом деле. Где Настя? Она с тобой? Ты даже не представляешь, насколько она близко. Как мило добавить. Так. Так, ну-ка залетаем. Кто у нас там дальше? Маленькая просьба у Рин Сенаторовой. Сенаторовой. Блять, как это нажать? Посмотреть. Ну, давай добавляем. Все в ожидании просьбы. Насте привет передай. Настя, передаю тебе привет. О, боже мой. Йоу. Привет, Джонни. И привет. У меня будет маленькая просьба. Дело так, в том, что мой молодой человек очень большой поклонник твоего творчества. И я хочу тебя попросить, если тебя не затруднит, написать ему в директ, передать привет, потому что он будет очень рад и счастлив. Это даст ему большой толчок в его творчестве. Так давай сейчас ему передадим привет сразу, чтобы не откладывать в долгий ящик. Как зовут? Правда. Как зовут? Его зовут Кирилл. Кирилл из Супермен. Возможно, это он. Кирилл? Да, Кирилл, это что? Он! Боже, секунду. Сейчас. Здорово, бро! Шарау. Слушай, вот все время, что я тебя слушаю, хотел задать тебе один вопрос. Один очень важный вопрос. Смотри. Ты, как я, взрослый на маршале, правильно? Да, совершенно верно. Недавно переслушивал мою книгу «Грехов» и последний трек одноименный. Очень да. напомнил второй парт «Bad Guy». Если ты помнишь, да? Да, помню. Вот. И еще, ну, злой я ем и «Не простите извинения» — это понятно, да, я думаю? Вот ну, сходы. Не просите извинения, это был, скажем так, откровенная копия, да, no apologies. Чего хотел спросить? А? Хотел спросить.
Я тебе хотел спросить, вот как вообще маршал на тебя повлиял? В какой степени? Вот как это откликнулось вообще? Слушай, ну, повлиял очень сильно, наверное, когда я был в том возрасте, когда на меня можно было очень сильно влиять в музыкальном плане. Сейчас уже как бы влияния никакого нет совершенно, конечно, но то, что это просто самый уважаемый мной MC, ну, как бы это 100%. И вот, ты безошибочно указал и Bad Guy второй парт. Это действительно, что меня вдохновило тогда. Так что очень круто. Это был тот парт, который прям вот берет тебя за яйца. И ты понимаешь, если этот человек из такой хуйни выбраться смог, а почему я хуже? Вот такой же человек из плоти и крови. Ты также можешь пойти и нахуяриться. Вот такое вот настроение было. Да. Вот знаешь, что жаль? То, что у тебя вот на последнем альбоме... У меня на последнем альбоме. Блять. Бро, ты без звука. Может, за сабы? Подгони сабы. Бро, к сожалению, не слышу тебя. Вообще. Абсолютно. Ты, может, звук выключил? Звука нет. Давай на немом языке. Ладно. Все, выключаем. В любом случае, спасибо. Так. Да, братан, пиши сообщение, короче, в этот, куда там пишут сообщения, в директ. В директ пиши сообщение, я тебе поясню за альбом. С тезкой поговори. Бля, уже не тезку. Включаю Марину Кудзину. Марина Кудзина. Кудзина, здорово. Я иду на твой концерт в Киеве. Круто. Я сама в Одессе и буду ехать в Киев, меня позвали. А ты откуда сама? С Одессы. Круто. Бери всех одесситов с собой, там, известных всех бойцов. В общем, круто, ждем. Класс. Передай, пожалуйста, привет Игорю Чернявскому. Я передаю Игорю привет, Игореха, ты просто мочишь. Хорошего вечера, жду на концерте. Все, круто. Давай. У тебя дела? Дела супер, всегда. Я этот ходячий луч позитива. Круто. Все, давай, чао. Пока. Так, Джонни Бой, ты мои сообщения видишь? Не вижу, бро, не вижу. Покажи Настю. Передай привет Назару Белоусу. Передал привет Назару Белоусу. Так, у нас тут без 15:08. Что-то мне подсказывает, что уже пора ехать. Так. Мы сейчас... О! Это же мой хороший знакомый сейчас будет в здании. Аранчик, да дорогой, ладно. Привет! Неужели? Здорово. Здорово, здорово. Как оно? Сколько раз я пытался это сделать? Что, прости? Слушай, а что так плохо тебя слышно? Разве? Ну, типа, как будто бы я в наушниках. Слушай, не знаю. Может, ты в наушниках? Капец, я столько пытался, чтобы вот так вот жестко поговорить. Ребята, как у вас со звуком у остальных? Как дела? Дела вот так. Вот так? Ну, ты скоро, да, подъедешь уже, как я понял, да? Да, через месяц. Ты на концерт идешь? Через месяц уже. Как время-то быстро идет. Да. Слушай, я что хотел спросить-то все. Ты же менял муфту на бэхе, помнишь? Да. Помню. Дорого ремонт вышел?
То ли 300, то ли 500 евро. Не помню точно, пиздец. Я просто это... Я из-за этого хотел подсоединиться все время. Да. Но я тебе советую. Ладно, на самом деле это... Рад был тебя видеть. Давай это, приезжай быстрей. Супер. Давай. На связь с тобой. Круто. Все, чао. Давай, бро. Увидимся. У вас со слухом замечательно. Клево. Ребят, короче, спасибо вам. Прикольно. Подымайте. И так всегда поднятое настроение. Круто. Желаю вам офигенного вечера сегодня. Что-нибудь полезное сделайте. Поспать, на работу, в универ, учиться. С меня много в будущем хороших новостей разрывных. Так что stay tuned, оставайтесь на связи. Все, всем пока.